Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Ванам Манухар Ванша калпатару вешки пасинду бевача, патитананг павоне бхавишна бибью намо намах, муканкароти вача ланг пангун ланг хайтигрим, ятки патамаханг банди парма анандамадвам, виндави тусиде бипьяви кешвасача. Шна бхакти паде деви саттваттвай намо намах Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девиṃ сарасватиṃ вясам тато жайо мудире Саṃкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуну Дейям Сада Парибхабагна Мавиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутавал Бхавадибутам Банде Махапурушуте Чаруна Аривиндам Джатпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита кемапиговоду швадарси, Пурнану рагро сосагро сарамурти, Сарадикама и када кифам карус. Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Си Аддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда, Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламмита хужоу канака бодату Санкиртаной капитару камала айкатакшу Вишам бару дижа бару джугадхарма палу Банде джагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхаван Рупен Таданаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мадапарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Баги саджасва бадане лакшмир жасва ча бакшаси Ясьясти хидая самбит твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе
Ваң бхакти йога парибхавита хит сарожа васасе шутекшита патанунанатта пунсам жады-жады дхияту уругая вибхавайте таттата бапу пранаясе садану грахайо Ваң бхакти йога парибхавита хит сарожа васасе шутекшита патанунанатта пунсам Жад-жад дхиято уругая вибхавайати, таттад вапу пранаясе садану грахайо. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати, Госвами Дакор Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру. Сказал, что никто не хочет служить Адокша Дживасту. They are always ready to serve Akshaja Vastu. Without invitation, without any notice, they are always ready to serve Akshaja Vastu. Тем не менее, они готовы, всегда готовы служить Акшаджа Васту. This is the arrangement of Maya. Таково устройство Майи. What do you mean by Adakshaja Vastu? Что такое Адакшаджа Васту? Адакшаджа Васту mean which is not possible to understand by the help of sense organs. Его невозможно постичь при помощи органов чувств. To understand by the application of your sense organ, that is called adakshaja vastu. I mean, which is beyond this material limit. То, что за материальными границами, то, что относится к трансцендентному уровню. Акшаджа васту. Это то, чем мы хотим наслаждаться, то, к чему мы стремимся. Тем не менее, мы можем не осознавать, но все вокруг нас каждую секунду изменяется, даже наше тело. В этом мире меняется все. Если мы каждый день смотрим в зеркало, мы не можем определить изменения. Тем не менее, они происходят. Название этому явлению — нитья пралая. К примеру, здание, которое, когда оно было построено, с того момента оно начало постепенно разрушаться, постепенно увядать. Точно так же, как происходит. То же самое происходит с телом. Итак, апракрита васту, то, что относится к категории трансцендентного, я не могу постичь своими органами чувств. Акшаджа васту — это то, с чем я постоянно сталкиваюсь, и то, что подвергается ежесекундному изменению. Шрила Джива Госвамипад в своих сандарбхах приводит объяснение, что такое Адокша Дживасту. Адакшаджи — это то, что если мы всячески пытаемся постичь, у нас ничего не получается, мы получаем пинок свыше. Мы можем приложить все, что у нас есть, наши деньги, наши умственные познания, но не достигнем успеха. Мы будем тянуться, но ничего не выйдет. All your speech, your mind, all your efforts can come back again. Cannot know. Все наши умственные попытки вернуться в отправной момент, в отправной пункт. Акшаджа васту, майя васту, they are not at all ready to, from heart, they are not ready. Or at all they are trying, inside some weakness there. Если кто-то хочет, к примеру, поклоняться Нарисимха Деву.
Они совершают парикраму в Нрисингапалле, предлагают ему гирлянду. Но если они не могут честно сказать, что мы приехали сюда для того, чтобы просто выражать свою любовь к Нрисингадеву, это не принесет им полноценных плодов. Чистый преданный никогда не просит Нарисингу: «Пожалуйста, защити меня». Но мы видим, что во всех обществах это встречается повсеместно. Просят защитить тело, защитить их. Но это запрещено, потому что я не могу вовлекать того, кому я поклоняюсь, себе в служение. Я должен поклоняться ему, я должен служить ему. Тем не менее, я этого не делаю. Порой люди говорят: у меня проблемы в жизни появляются. Ты что, забыл? Я тебе 25 килограмм кхира предложил. Ты защищай меня. Так Прабхупад говорит, что многие вовлекают в служение Нрисингадеву Махапрабху, служение себе. Мы приходим в храм, мы слушаем Харикатху, мы повторяем Харинам, мы приходим в храм. Но почему же мы не прогрессируем? Почему у нас нет какого-то значимого прогресса? Мы приняли прибежище у гуру. Следуем Экадаши, но не продвигаемся, нет какого-то ощутимого прогресса. В ответ на это Бхактивинода Тхакур говорит, что все дело в том, что мы не уделяем внимания важному моменту, апарадхам. Возможно, мы совершаем бхакти, баджана-крию. Возможно, то, что мы делаем, это баджана-крия. Тем не менее, мы никак не избавимся от анартх. Уже столько времени мы занимаемся этим, но никак не избавимся от них. Почему анартхи не уходят? Они должны бы уйти после того, как мы приняли прибежище у Гурудева. Мы совершали баджан. Со временем они должны были уйти. А если мы предались на 100% Гурудеву во время дикши, тогда они уходят мгновенно. Итак, Бхактивинода Тхакур объясняет, что все дело в том, что мы совершаем апарадхи осознанно и неосознанно. Мы оскорбляем Харинам Прабху, мы оскорбляем Махапрасад. Если он таковым является, оскорбляем Дхаму, оскорбляем Саду, Гуру и Вайшнавов, осознанно или неосознанно. Именно поэтому, если и мы совершаем какой-то прогресс, совершив оскорбление, мы возвращаемся в изначальный пункт. Таким образом, мы постоянно движемся то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Когда мы достигаем лотосных стоп Садгуру, то есть когда мы принимаем прибежище у Садгуру и совершаем духовную практику под его руководством, в скором времени мы должны избавиться от анартх. Но если они не уходят, мы на самом деле не можем в их присутствии совершать настоящий баджан. Поэтому нужно быть очень внимательным к оскорблениям, к апарадхам.
Проблема в том, что мы идем, делаем шаг вперед и тут же возвращаемся назад. Так мы топчемся на одном месте. Но если у нас есть уверенность, что у нас нет, мы не совершаем апарадхи. Или если совершаем какие-то незначительные апарадхи, они, говорится, что они аннулируются, если мы будем читать ежедневно две главы Бхагавад-гиты, санскритские стихи. Если это какие-то небольшие, незначительные апарадхи, но если вы совершили большое оскорбление лотосным стопам Гуру Пада Падмы, это не поможет. Тут речь идет о незначительных аппаратах. Ежедневное чтение Бхагавад-гиты, санскритских стихов, ежедневное повторение Вринды Аштакам. Bindashtakam you are doing, okay, daily. Specially you will have to do Bindashtakam Dvadashi, Dadashi. Но в особенности ее нужно петь на Двадаши. Следующий день после Экадаши, вечером, ночью. And suppose Ekadashi day we are not going to observe something, some star position this. Иногда из-за того, что смещаются одни титхи, находят на другие, мы следуем на следующий день Экадаши. Тогда немножко пропустил, насколько я понял, все равно Двадаши нужно на Двадаши петь. Все равно нужно петь на Двадаши. И это поможет избавиться от оскорблений, и так вы сможете постепенно совершать прогресс в баджане. Но если вы... Итак, так или иначе, нужно избавляться от аппаратх. Нужно избегать их. И избавляться от них. You can say, what do you mean by Harinam? Что такое Харинам? Harinam mean to meet with Bhagavan. Харинам означает встретиться с Бхагаваном. Если вы повторяете Харинам, это говорит о том, что Бхагаван сидит перед вами. Это встреча с Бхагаваном. Не так, что вы повторяете Харинам, а сами смотрите по сторонам. Нет, Харинам — это непосредственная встреча с Бхагаваном. Если вы повторяете Харинам, но при этом думаете, ваш ум непонятно где, вы смотрите налево и направо, это апарадха. Харинам может даровать успех, абсолютный успех. Но если мы повторяем таким образом, то мы совершаем оскорбление. Прабхупад объясняет, каков процесс, как нужно повторять Харинам. Об этом мы поговорим позже. Сейчас мы должны перейти к нашей главной теме. Люди часто совершают баджан так, как им хочется, как им вздумается. Но когда они получают редчайшую возможность соприкоснуться с учением Махапрабху, это действительно золотая возможность, редчайшая возможность, потому что приход Махапрабху в этот мир чрезвычайно редок. Если почитать, вы увидите, насколько огромный временной промежуток между приходами Господа. Нараян не рождается. Он не принимает рождение, как это делал Кришна или Махапрабху.
Конечно же, Бхагаван не может родиться. Тем не менее, для того, чтобы обмениваться любовью со своими преданными в разных настроениях, Мадхури, Вацали и так далее, Господь принимает рождение подобно человеку. Рупа Госвамипад написал Лалита Мадава и Видагда Мадаву. Он написал две, но когда он только начал, в задумке было написать одну. Одну книгу, описывающую сладость Кришны. But finally, when he is going to reach Katak, after Katak you have to go further towards Bhuvaneshwar. There is one village named в Бхуванешваре, который находится около, между Бхуванешваром и Катаком, находится деревня под названием Радикапур. Там Рупа Госвами прилег отдохнуть. И в это время во сне к нему пришла Сатьябама, которая сказала ему, чтобы он описывал темы, касающиеся Двараки, отдельно. Рупа Госвамипад воспринял этот сот как непосредственное наставление Сатьябамы. И решил составить две книги вместо одной. Лалит Мадхав и Видагда Мадхав separately. Follow. Лалит Мадхав, this book is going to be. Лалита Мадхава описывает взаимоотношения Кришны с Дваракаваси, Мадхураваси, а Видагда Мадхава описывает близкое служение, сокровенное служение во Вриндаване. Кришнадас Кавирадж Госвами пишет об этом, о таком служении, что такое служение. Не могут понять, недоступно даже для Брахмы и Шанкары. Итак, Нараян бесспорно велик, тем не менее он не совершает игры с преданными. Он окружен роскошью и богатствами. Каждый преклоняется перед ним. Если вы будете поклоняться Нарайне, вы, возможно, и можете любить его. Тем не менее, это невозможно без присутствия страха. Но с Кришной преданный может быть на короткой ноге. Тем не менее, с Нарайной такое невозможно. С ним возможна лишь любовь, которая смешана с страхом. Но если я не могу полностью обмениваться любовью с объектом моей любви, в чем смысл наших отношений? В отношениях с Нарайной есть ограничения, есть правила. И это говорит о том, что любовь не может достичь своего пика. Единственное, вы можете в отношениях с Нараяной обрести лишь только две с половиной расы. Шанта, Дасья и наполовину Сакья. С Рамачандрой их чуть больше.
Есть еще и дружба, но, тем не менее, не в полном ее проявлении, точно так же. Как вспомните Риши из Дандакарани, увидев его, они хотели обнять его, переполненные чувствами, но Рамачандра не позволил. В этой жизни я не могу обмениваться Мадхур-расой с кем бы то ни было, ни с кем, кроме Ситы. Но даже в отношениях с Ситой, то есть раса присутствует в играх Рамачандры, но тем не менее она ограничена. Несмотря на то, что у него были родители, отец и мать, тем не менее их отношения не так совершенны, как отношения Кришны. Таким образом, вы не сможете получить полного удовлетворения, полного наслаждения в отношениях с Нарайной. Наслаждение увеличивается в соответствии с бхавами, с расами. Если бхава ограничена, она не может возрастать. Также и наслаждение будет оставаться на определенном уровне. Таким образом, только те, кто совершает Кришна-бхаджан, могут все это понять. Но для глупцов это непостижимо. В Нарайне присутствует 60 качеств. А в Кришне 64. Кришна — изначальная причина всех причин, соответственно, ему присущи все качества, какие только могут быть. Вена Мадури, Рупа Мадури, Лила Мадури. И према мадури — это четыре качества, которых нет у Нарайны, но есть у Кришны. Да, возможно, Рамачандра порой обнимает своего друга Гуху. Тем не менее, это не полноценная дружба, там лишь какое-то незначительное проявление того, что есть в играх Кришны. Конечно, Нараян никогда не будет играть на флейте. Он берет в руки оружие, свою чакру и угрожает негодяям расправой. Но Кришна, совершенство Кришны в том, что он не прибегает ни к какому оружию. Вспомните, когда Джагай и Мадай оскорбили Нитянанду, Нитянанда взмолился к Махапрабху: «Пожалуйста, не наказывай их». Потому что ты, как аватара Махапрабху, пришел сюда, чтобы изменять дживатму, изменять людей без оружия. Зачем ты взял в руки чакру? Джагай и Мадай увидели чакру, но Нитянанда попросил не применять ее. Итак, Кришна — единственная аватара, которая не прибегает ни к какому оружию. В Бхагаватам есть описание, как Кришна выражал свою любовь растениям, даже растениям. Кто, кроме Кришны, способен на такое?
Кто мог даровать такую безграничную любовь? Кто мог выразить такую глубокую любовь ведьме, которая хотела убить его? Он воспринял ее поступок как, несмотря на то, что она притворялась, тем не менее, она пришла как в роли матери. Она взяла меня на колени, взяла на руки, хотела накормить. Поэтому Кришна дарует ей освобождение. Это непостижимо. Нараяна, Вишну убили бы ее. Но Кришна не делает этого. Он говорит, и ничего страшного. Шесть или восемь месяцев я говорил о шлоке. You can show me that Narayan is merciful, more merciful than Krishna. Infinite mercy with Krishna. В этой шлоке описывается милость Кришны, и Нараян никак не может сравниться с ним в этом. Сладость есть лишь у Кришны. Такого нет ни у Нараяны, ни у Вишну. Достигнув их обителей, вы будете наслаждаться какое-то время, а потом заскучаете. Вы когда-нибудь видели, чтобы Нараян играл с коровами? Кришна обнимает их, целует их. Я никому не прикасаюсь, но только к коровам. Каждый день я подхожу к коровам, целую их, умощаю свою голову пылью с их стоп. И только потом я приступаю к харикатхе. Я отношусь к ним с большим почтением, чем даже к матери. Такую же любовь Кришна выражает браманам. Один бедный браман, Шутадев, он был настолько нищим, что не было даже асаны у него. Но Кришна пришел к нему в гости с Риши и Муни. А у того не было никакого просада для них, нечем было угостить. Этот браман был невероятно счастлив от прихода гостей. Он отправился в лес, насобирал дров, насобирал цветов и плодов в лесу, предложил их Кришне. Кришна был очень счастлив. Нечто подобное было и с Махапрабху. Он пришел в дом Шридар Пандита в Ваманпукуре. В Ваманпукуре сейчас находится рынок. Оттуда нужно пойти направо. Там и вы обнаружите Шридар Анган. Он также был настолько беден, что у него даже не было целого кувшина для воды. Был какой-то сломанный. Махапрабху пришел в его дом и стал пить из этого разбитого кувшина.
Шридам говорит, что ты делаешь, ты же браман высшего сословия. Каждый день Махапрабху приходил к Шридару и просил у него бананы, просил у него скидку на бананы. И спорил с ним постоянно. Шридар говорит, я не могу тебе дать за твою цену, иди еще к кому-нибудь, может быть, тебе там дадут скидку. Он говорит, нет, я хочу только у тебя. И всячески мучил его просьбой о скидках. Так они торговались. Махапрабху брал цветок банана и говорил, отдай, а Шридар не давал. И так они перетягивали. И в конце концов Махапрабху побеждал. Шридар говорит, я бедняк, мне нужно сколько-то денег. Все, что я зарабатываю от продажи бананов, я половину отдаю на поклонение Ганге, а на остальные части я поддерживаю свое существование. А Махапрабху говорил, ты поклоняешься Ганге? Твоя Ганга поклоняется мне. Шридар, слыша это, говорит, ты же браман, как ты можешь такое говорить? Я правду говорю, твоя Ганга поклоняется мне. Шридар пугался, говорит, пожалуйста, не говори так. Нараяна, подобные игры не совершаются со своими преданными. На это способен только Кришна и Чайтанья Махапрабху. Он ходил от дома к дому и просил йогурта. Нараяна никогда не будет делать подобного. Поэтому мы хотим служить Кришне, потому что Кришна очень быстро даст ответ на вашу любовь. Не нужно ни денег, ни положения, нужна лишь любовь. Шривасангане Махапрабху явил свою четырехрукую форму. Преданные совершали абхишеку ему. И Махапрабху в процессе сказал, позовите Шридара. Прибежали за Шридамом, за Шридаром, привели его, и он поразился. Это тот юноша, с которым я каждый день торговался на рынке, это Верховный Господь. Он не мог поверить. Он расплакался, припал к его стопам. Махапрабху сказал, не плачь, я очень доволен тобой. Ты день и ночь совершаешь баджан, ты даже ночью не спишь, ты повторяешь святые имена. Поэтому я предстал перед тобой, я привлечен твоей любовью. Шридар и вправду не спал ночью, он повторял святые имена. А утром он шел на работу, на рынок, чтобы продавать свои бананы. Ему было необходимо это для того, чтобы поддерживать свое существование. У него на самом деле даже сада не было. Он сам покупал у кого-то и перепродавал. А Махапрабху не хотел платить, сколько стоили бананы. Даже сейчас, в век Кали, Бхагаван может предстать перед чистым преданным. Такое происходит. Время от времени Прабхупад видел Бхагавана. Не один раз это происходило, много раз. На самом деле Прабхупад всегда видит Бхагавана. Но были конкретные случаи, когда, к примеру, вся Панчататва представала перед ним. Когда они сказали ему, что он должен проповедовать.
Махапрабху часто являлся перед Прабхупадой, но внутри Прабхупады безостановочно созерцал Господа. Завтра мы обсудим эту шлоку, которая доказывает совершенство, превосходство Кришна-бхаджана. Где еще можно обрести такое счастье, такое наслаждение, как в Кришна-бхаджане? Одна маленькая книга «Према Бхакти Чандрика». Это была единственная книга Гуру Кшардас Бабджи Махараджа, которую написал Наротам Дас Такур. Она настолько совершенна, что Прартхана Према Бхакти Чандрика, еще Наротам Дас Такур, это маленькая книга. Но там находятся все важные моменты бхаджана. Одной лишь этой книги достаточно, чтобы достичь Вриндавана. Потому что в Кришна-бхаджане вам, нам необходима лишь любовь. Если есть любовь в сердце, вы обретете Кришну. Завтра и послезавтра мы продолжим эту тему, говорить о сладости Кришны. Итак, Бхагаван Шри Кришна дает заключительные наставления Удаваджи Махараджу. Вчера мы обсудили 19-го гуру, маленькую птичку. Затем мы поговорили о мальчике, которому без разницы, оскорбляет его или нет, или относится с почтением. От него, говорит Авадхут Саньяси, я научился простоте. У него нет врагов. Я научился простой жизни от него. Как не переживать, не беспокоиться. Как не находиться под влиянием ложного эго. Двадцать первый мой гуру. Это незамужняя девушка. Однажды родители этой девушки ушли по делам, она осталась одна. Дел у родителей было много, потому что раньше был преимущественно ручной труд в производстве муки. Так девушка осталась дома одна. She is making some job, I mean, Udukal, I mean,
Она молотила рис. Отсоединяла шелуху от риса. Есть специальное приспособление. В то время, когда она молотила рис, браслеты на ее руках издавали звук. Один браслет соединялся с другим и образовали, издавали звук. Между тем пришли какие-то родственники. Где-то еще сказано, что пришли женихи. Пришла группа людей для того, чтобы посмотреть на девушку и принять решение о ее замужестве с их сыном. Девушка застеснялась, сняла браслеты. То есть, когда ей для того, чтобы угостить гостей, нужно было что-то приготовить. Для того, чтобы браслеты не шумели, она оставила по одному браслету на руке, а сняла остальные. И из этого звука больше не было. Из этого я извлек следующий урок. Если какой-то человек приходит к саду, он может создать ему проблему. То есть если саду уже успокоил свой ум, он живет один без всяких проблем. Конечно, уединенный образ жизни запрещен, потому что необходимо быть в обществе преданных. Гаури Кшардас Бабджи Махарадж, например, конечно, жил один, но это не значит, что он хотел избежать поистине хорошее общение. Он на самом деле никогда не стремился к уединенному баджану, к уединению. Он просто совершал такой баджан для того, чтобы его не беспокоили. Если бы ему не интересно было общение, благоприятное общение, зачем бы он приходил ежедневно в Свананда Сукада Кунджу к Бхактивинода Такуру, чтобы послушать его харикатху? Даже Вамшидас Бабаджи Махарадж стремился к саду санге. Тем не менее, их окружали материалисты. Именно поэтому они пошли на хитрость, на хитрости, для того, чтобы их никто не беспокоил. Я рассказывал вам об одном Бабаджи из Вриндавана. Он совершал баджан, но внезапно повсюду распространились новости, что он Сида Баба, что он святой, обладает ситхами. Люди начали приходить к нему. «Баба, спаси, у меня сын болеет». От всех мест к нему стали приходить. И нечто подобное с другим бабой, Сваруп Дас Баба. К нему даже приходил Бхактивинода Такур порой. Он по вечерам к нему приходили преданные, он отвечал на их вопросы.
преданные приносили ему Джаганат Прасадам, приносили сладкий дал Джаганатха, кто-то приносил рис, сладкий рис, предлагали ему этот Прасад. Он принимал Прасад, а остатки распространяли между преданными. И Бхактивинод Тхакур прославлял его. Он говорил, что это замечательный преданный. Но для того, чтобы никто не беспокоил его, он сделал так, чтобы никто его... Для того, чтобы его не беспокоили, он... В случае с первым Бабаджи, люди стали беспокоить Бабаджи Махараджа из-за того, что распространилась эта новость, что он стал сиддхом, что он сиддхамахан. И он понял, что я так лишусь баджана, и попросил юную девушку, отца юной девушки, посадить ее около входа в свой баджан-кутир. Там был дворник низкокастный, и он сказал ему: «Я тебе могу заплатить, можешь свою дочку просто тут посадить напротив около моего входа, а я буду внутри баджан-кутира». Тогда люди увидят, что я общаюсь с твоей дочерью, общаюсь с женщинами, и отстанут от меня. И все проблемы тогда закончились. Все стали как презирать его. Таким образом, некоторые саду специально распускают какие-то скандалы вокруг себя, создают, чтобы никто их не беспокоил, чтобы все разочаровались в них. Также Гуркшудас Бабджи Махарадж делал. Он однажды закрылся в туалете, когда люди-материалисты приходили и беспокоили его. А Прабхупад говорит об этом случае. Он не в туалете был, он был на Вайкунтхе. Хоть внешне и казалось, что он в туалете, но там, где он есть, всегда Вриндаван. Итак, урок, который я извлек из примера с этой девушкой, заключается в том, что саду лучше жить одному, потому что в таком случае никто не беспокоит его. Те, кто достигли высшего уровня баджана, могут жить в одиночку. Потому что в их сердце постоянно звучит киртан. Для них нет никаких проблем в том, чтобы жить одному. Их ум ничем не обеспокоен. Но обусловленные души должны собираться вместе, обмениваться мыслями о преданном служении, получать даршан, потому что иначе они будут заниматься ерундой. Они должны быть заняты в служении. Именно поэтому представители нашей Гуру Варги открывают храмы. Но проблема в том, что результаты противоположные. Храмы открыты, но там... That's why Bhaktivinoda Thakur never wanted to make a big victory, because everybody can disturb.
Бхактивинода Такур не хотел открывать больших храмов. И он не открывал больших храмов. Тем не менее, он лучший среди проповедников. Он проповедовал послание Гауранги на разных языках. Тем не менее, он считал, что для обусловленных душ лучше встречаться, рассказывать, обсуждать харикатху, затем принимать прасад и расходиться, но не организовать огромные храмы. Итак, Бхактивинода Такур первым проповедовал по всему миру учение Махапрабху. Конечно, оно было и до этого, тем не менее, никто в мире не интересовался им. Бхактивинода Такур знал много-много языков. И именно он открыл штору в сокровищницу Гаудиев. Не забывайте о том, что он был первым. Мы слепы без Бхактивинода Такура. Если вы почитаете Джайвадхарму, одну единственную книгу, она изменит всю вашу жизнь. Вы скитаетесь по бесчисленным мирам, как сумасшедшие, с незапамятных времен. Но только лишь Джайвадхарма, одна лишь Джайвадхарма может изменить вас, вашу жизнь, ваше умонастроение и киртан. Этого достаточно, чтобы изменить ваши мозги. Вы можете удивиться, как это возможно, что одна единственная Джайвадхарма представляет, содержит в себе все книги Госвами. Бхактивинод Такур вместил туда все. И настолько привлекательным образом, что каждый может понять. Тем не менее, если вы будете слушать Джайвадхарму под руководством чистого преданного, это будет более практично. Зачем вы бегаете здесь и там? Садитесь и изучайте Джайвадхарму. У меня нет времени. У меня, к сожалению, нет времени говорить обо многом. Если бы я мог, если мы могли обсудить Упадешамриту, вы бы поняли. Как однажды кто-то рассказывал замечательную харикатху, казалось бы, но Рупа Госвами сказал об этом человеке, что это не подлинная харикатха. И как раз-таки первая шлока Упадешамрита объясняет, что значит неблагоприятное общение. То есть кажется, что человек рассказывает харикатху, но Бхактивинода Такур говорит, что это не так, что это лишь выглядит как харикатха, что этот человек в действительности стремится к положению, к деньгам. Махапрабху хотел показать всю картину того, что происходит сейчас в Мадхава Сампрадая. Он говорил, Мадхава Ачарья никогда не давал подобные наставления, он никогда не говорил этим людям вести себя так, но они делали это. К примеру, Чайтанья Махапрабху никогда не говорил, что должны быть такие сахаджи, то есть нужно делать то, что делают сахаджи. А они сейчас якобы совершают Гауранга Баджан. Вот здесь, в Навадвипе, их очень много. Если вы спросите их, чем вы занимаетесь, они вас станут убеждать. Мы совершаем Гауранга Баджан. Вы в Майпур не ходите, там одни западные занимаются ерундой. Спросите у них, то есть они убеждены в правильности своей практики.
Они говорят, идите к нам, мы вас баджану научим, а там они в Майпуре ничего не знают. И многие преданные из нашей Гаудия Сампрадая уже перешли туда, перешли в этот... В эту сахаджийскую сампрадаю. И сейчас, на самом деле, происходит такое повсюду. Люди отклоняются от изначального учения и заявляют, что то, чему они следуют, и есть подлинный путь. Если сравнить то, что, вот, к примеру, Рамананди и то, чему учит Рамануджа Сампрадая, это абсолютно две разные вещи. Тем не менее, последователи вот эти вот Рамананди заявляют, что они настоящие последователи Рамануджа Сампрадая. И также, вот, к примеру, в Майпуре сотни саду говорят, что они совершают гаудия баджан. Но как мы можем определить, кто в действительности это делает? Для того, чтобы понять, надо суметь осознать разницу между бхакти-винод-дарой и не бхакти-винод-дарой, тем, что ей не является. But I can give you the highest benefit. Maybe I'm illiterate, but still I can give the highest benefit to you, provided I am going to do bhajan. This you forget. So on those coming days, знание санскрита еще не означает присутствие бхакти. Тот, кто может дать бхакти, тот, кто обладает бхакти, может и не обладать ученостью. Постарайтесь понять то, что я пытался донести до вас сегодня. Если вы будете слушать свой ум, вы лишитесь всего. Вы даже потеряете то, что вы получили. Those who are really intelligent, they always think repeatedly before taking any decision. По-настоящему разумные много раз подумают, прежде чем принять какое-то решение. First of all, to take decision, any decision. Прежде чем на что-то решиться, любое решение, либо построить дом, либо купить землю, либо что-то сделать, нужно подумать. Я учил некоторых, если вы хотите принять какое-то решение, возьмите лист бумаги и выпишите в левую колонку позитивные, а в правую — негативные моменты от этого решения. I wanted to save them. That is my fault. I wanted to save them.